Так, вот, девочки, какая капуста красота получается. Вот смотрите. Она, помимо того, что вкусная, она еще очень красивая. Она прям украсит ваш стол. Ну, в общем, сейчас смонтирую видео и все вам покажу. Всем привет! Сегодня мы готовим капусту маринованную. Видео сегодня снимаю сама, без Леши, поэтому... В общем, посмотрим, что получится. Смонтирую я, наверное, его тоже сама. Ну, в общем, поехали. Значит, для этой маринованной капусты нам, во-первых, нужна вода чистая. Вот здесь у меня банка 1,5 литра. Я взяла литр. В общем, все буду делать на литр воды. Значит, литр воды. 2 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Пара листочков лаврушки. Перец горошком, здесь у меня штук 8-10. 150 мл уксуса 9%, у меня здесь яблочный. 70 мл растительного масла. Сама капуста, свекла и пару зубчиков чеснока, у меня такие вот огромные. Вот, сейчас мы порежем капусту. Этот рецепт я знаю еще с 90-х годов. Эта капуста частенько была на столе у Лешиной мамы Марьи Петровны. И в какой-то момент мы про нее забыли, потому что, ну, появились какие-то новые рецепты, еще что-то. И вот в какой-то момент я вспомнила про эту капусту. Рецепт у меня записан в кулинарной книге, но ее здесь со мной нет. Поэтому я обзвонила всех подружек. Кто-то мне сказал, да-да, помню, но как делать не знаю. Кто-то мне сказал, интернет тебе в помощь. Кто-то поделился рецептом. И, в общем, я его восстановила. Значит, капусту режем, ну, такими большими кусками достаточно. Вот так. Вот такими кусками. Так. Свеклу мы тоже режем произвольными кусочками. Толщина примерно, ну, 5 миллиметров. Вот так. И порежем чеснок тоже на кусочки. Все, режем, дальше потом смотрим. Пока я выключаюсь. Так, значит, капусту мы порезали. Ну, я, в общем, порезала там почти половину кочана. Свеклу порезала, и сейчас нам нужно воду вылить в кастрюлю и поставить на огонь, чтобы она вскипела. Так, тем временем мы сейчас будем капусту со свеклой, с чесноком укладывать в банку. Укладывать нужно достаточно плотно. В общем, ну как бы слоями. Слой капусты, слой свеклы. Так. Я свеклы положу побольше, мы свеклу любим. Кстати, у меня есть на канале салат, там вареная или печеная свекла, сырая морковь, огурчики, в общем, такой, знаете, очень вкусный, приятный салат. Вы посмотрите и обязательно приготовьте. Вот сейчас, когда уже дело к весне, пост начинается, он такой достаточно постный. Чесночок не забываем туда. Вот смотрите, где там остаются промежутки, закладывайте или капустой, или свеклой. В общем, вот так. Ну вот, очень плотно, вот прям все пустоты, вот так постарайтесь, чтобы все было плотненько. Вот так. Все. Ждем, когда закипит вода. Продолжаем. Вода закипела. Ну и забрасываем все наши приправы. Это соль с сахаром. Это уксус. Это масло растительное. Все перемешивайте, чтобы соль, сахар все растворились.
Ну, и закидываем лавровый лист с перцем. Вы знаете, я, наверное, вот здесь у меня два листика, я, наверное, закину еще два. И ждем, когда закипит. Так, рассол закипел, сейчас самый ответственный момент. Банку я ставлю в миску на всякий случай. Заливаем горячим. Наливаем сначала немножко. И оставляем. Все, банка нагрелась. И заливаете. Так. Готово. Листик. И накрываем крышкой. Ой, это. Вот так. И оставляем в теплом, ну, не в теплом, в комнатной температуре до остывания. Потом храним в холодильнике. Вот так. И вторую баночку я приготовила. У меня рассола много, поэтому эту баночку я для Лёши. Вот так. Накрываем крышечкой. Вот такую капусту мы сделали. Сделайте обязательно. Вам понравится. Всем здоровья. Пока. Ешьте с удовольствием. А, и еще. Если вам не трудно, поставьте, пожалуйста, лайк, потому что мне это очень важно. Пока!